Свит дроп Рошен. Обычная карамелька со сгущенкой. Произвели ее на фабрике Рошен. Мистер Кременчук. Гениальная штука. Вообще как-то так получается, что к чему бы не прикоснулась рука больного диабетом, все выстреливает в него. Под кофеек без сахара две конфеты с головой. Не знаю, сколько это по калориям, но это мега вкусно. Причем сгущенка не такая, которая, в общем, не совковая. Нормального качества. С присадками и эмульгаторами. Все как положено, все как мы любим. С усилителями вкуса. Со всеми делами. Любую конфету возьми. Рошен. Все выстреливает прям. Я не знаю, там шоколад бабаевский, блин. Бери, не хочу. И никто не хочет брать. Странно. Но одно упоминание Рошен заставляет продавать конфеты в два раза быстрее. Всем, кому нравится Рошен, АВК, Киев, Конти, Корона. Всем респект. С вас по лайку, по подписке на канал. Всем пока. До следующего жор-обжорача.